Доброго времени суток, меня зовут Сергей Чураков, и в этом видео я вам хочу рассказать последний этап вывода денег из компании Access Marketing. После того, как вы отправили с WeCash деньги на e-wallet, ровно через 10 дней вы получите оповещение на электронную почту, что деньги на e-wallet поступили. После этого открываете это письмо и нажимаете на эту ссылочку. Заходите в кошелек e-wallet. И для того, чтобы войти, нужно вставить свои данные, то есть имя пользователя, вам его дали, и, естественно, пароль. Если вы по какой-то причине забыли пароль, то вот здесь ниже есть написано «Забыли пароль». Кликаете здесь и восстанавливаете свой пароль, введя электронную почту. Нажимаете кнопочку «Войти». Кошелек e-wallet у нас поддерживает несколько языков, в том числе полноценный русский язык. Значит, как вы видите, сумма $201.65, которую я отправлял, поступила сюда. Значит, для того, чтобы вывести отсюда деньги, здесь несколько вариантов есть. Можно вывести на карточку, которую можно получить у компании. Вот здесь можно заказать предоплаченную платежную карточку, и вам пришлют по на ваш физический адрес проживания. Здесь можно узнать функции карточки. Дальше можно еще перевести деньги на ваш счет в любом банке, а также на карточку любого банка, за исключением связного банка. Там, к сожалению, не получается переводить по номеру карты. В данном случае я сейчас буду переводить деньги на предоплаченную платежную карточку. Это как раз карта Pioneer от компании. Также вы можете вывести из кошелька на Kiwi, а также из кошелька на кредитную карточку. То есть, если у вас есть карточка, допустим, ВТБ-24 вот выводил, на Банк Москвы спокойно выводится и на другие банки, то вы нажимаете из кошелька на кредитную карточку. Первый раз привязываете карточку, то есть вот тут есть кнопочка «Добавить новую кредитную карточку». Нажимаете, вписываете срок действия, имя, фамилию, которые должны соответствовать на карточке, на лицевой стороне. Номер карточки пишете и также адрес проживания. Данные действия делать не буду, уже у меня привязаны эти карточки. Буду делать вывод на предоплаченную платежную карточку. Значит, в этом случае, если на предоплаченную платежную карточку, деньги поступают моментально. А если на свою карточку, то деньги поступают в течение 3-5, ну, 7 рабочих банковских дней. Значит, выбираю карточку e-wallet Pioneer Card. Она уже привязана здесь. Нажимаю «Выбрать». Здесь надо ввести сумму. Я ввожу сумму, которая есть, до центов. Так, примечание. Так, плата за период карточки, то есть $3 будет списано за загрузку. В примечаниях можно писать, можно не писать. Так, не рекомендуется переводить средства на предоплаченную карту до получения карты на почте. В случае перевода средств до получения карты, комиссии, удержанные за перевод или снятые с карты, не возвращаются к компании. То есть, обратите внимание, это важный момент. Карточка должна у вас уже быть. Здесь ставим птичку. Я разрешаю Access или назначенному представителю инициировать перевод из кошелька на предоплаченную карточку. И здесь ввести надо пин-код. Если вы по какой-либо причине забыли пин-код, нажимаете вот эту кнопочку, ссылочку «Забыли пин-код» и делаете, как там написано. Значит, здесь я ввожу пин-код и нажимаю вот эту кнопочку «Продолжить». Третий шаг. Подтвердите транзакцию. Значит, здесь смотрим, предоплаченная карточка такая-то, сумма будет такая-то, и всего будет переведено столько-то денег. И последний шаг, подтверждаем, перечислить сейчас. Результат перечисления. Со счета кошелек, к счету предоплаченная платежная карточка, номер такая-то, статус транзакции обрабатывается, перечисленная сумма такая-то. Примечание. Вы получите уведомление по электронной почте, когда деньги будут переведены на вашу карточку. И здесь нажимаете «Вернуться к обзору». Все.
Деньги отправили на карточку. Сейчас в ближайшие несколько минут меня оповестят о том, что деньги поступили на карточку. Я могу ей пользоваться в любом магазине, либо снимать наличку, как мне вздумается. Как обычная карточка MasterCard. С вами был Сергей Чураков. До скорых встреч!